И у протяг темы. До гомельских милиционеров долучились коллеги из департамента аховы. Яны так само подтримали республиканскую акцию «Наши дети». Представники структуры наведали гомельский областный дом дитяти. У образах казачных героев Деда Мороза, Снягурки и Совы яны вручили установе каштовные подарунки. Гэта сродки гигиены, ахоўныя маски для персоналу, а так само цацки для деток. На жаль, убачиться с малыми не атрымалася по причине карантину. Але правоохоники спадзяюцца, выхованцы дома малютки отчуют их клопот. Поддержка и забота особо необходима детям из детских домов и интернатов, у которых нет родителей и близких. Акция, организованная начальником департамента охраны, полковником милиции Шепелем Александром Святославичем, явилась добрым и искренним воплощением желания всех сотрудников подразделения охраны помочь таким детям.